компания Universal представляет аниме-новеллу «Мечты Мари Лупиты». Я рада, что избавилась от этой одноглазой твари. Теперь настала очередь черномазой. Я сведу ее с ума, как Барбара из «Секрета любви» свела с ума Марию Клару. Тебе не сбежать от моей мести, черномазая. Я навсегда закрою тебя в сумасшедшем доме. Кто вы? Что вам нужно? Почему вы так похожи на меня? Я твоя сестра-близнец Марвелла. И я здесь, чтобы убить тебя и занять твое место. А сейчас на нашем канале экстренный выпуск новостей. В нашей студии в прямом эфире находятся родители несколько дней назад пропавшего ребенка. Меня зовут Мари Лупита. А меня Алехандро. Несколько дней назад нашего ребенка похитили. Если вы знаете что-то о его местонахождении, пожалуйста, сообщите нам. Мы очень скучаем по нашему сыну. Умоляем! Если наш ребенок находится у вас, то верните нам его, пожалуйста! Ах, ангелочек, твои родители так за тебя переживают! Что же мне делать? Что же мне делать? Я надеюсь, что объявление по телевизору поможет нам найти Анхелиту. Конечно, моя милая, я уверена, что ваш сын вот-вот найдется. А вот моя кума тоже недавно нашла ребенка в зарослях. Он был ничей, и теперь моя кума растит его как своего. А, Агриппина, ну разве ты не понимаешь, что ребенок, которого нашла твоя кума в зарослях, скорее всего и есть пропавший сын Мари Лупиты и Алехандро? Ой, точно! И как же это я сама не догадалась? Скажи скорее, где живет твоя кума Агриппина. Мы поедем к ней и все выясним. Где и когда она нашла этого ребенка? Неужели этот ребенок Анхелито? Прости меня, ангелочек. Я не должна была оставлять тебя у себя. Ведь твои родители ищут тебя и очень переживают. Сейчас я отвезу тебя твоей маме. Вот только выключи телевизор из розетки. Прошу тебя, Алехандро, поторопись! Мое сердце не выдержит. Неужели я наконец смогу взять своего ребенка на руки? Сейчас нужно повернуть налево. Не могу дождаться увидеть своего внука. Благодаря этому документу, который подписала Рассана во время нашего медового месяца, все состояние семьи Деля Вега находится в моих руках. Настал час моей мести. Вот дом моей кумы. Но ведь там пожар. Ой, наверное, снова короткое замыкание. Алехандро, спаси нашего сына. Не плачь, сынок. Спасибо тебе, Алехандро, за то, что ты спас нашего сына. Нужно вызвать скорую. Этой женщине необходима помощь. Наконец-то наш сын с нами, Алехандро. Анхелито так похож на тебя. Мари Лупита, ты и наш сын. Это самое дорогое, что есть в моей жизни. Я люблю вас. Сеньора Мари Лупита,
Вы позволите мне хоть иногда видеться с Анхелито? Ведь я полюбила его как родного сына и буду очень скучать по моему ангелочку. Конечно же, Хуанита! Ведь ты спасла Анхелито от смерти! Ты для него как вторая мама! И я никогда не смогу расплатиться с тобой! Как же мне забыть Марилупиту? Ведь она принадлежит Алехандро, и я должен с этим смириться. Несколько дней спустя. Я собрал вас здесь для того, чтобы сообщить, что отныне все состояние семьи Деля Вега, включая этот фамильный особняк, принадлежит мне. Отныне вы нищие! Я оставил вас без денег и без крыши над головой! Ну что это значит, Эдуардо? Ты сошел с ума? О чем вы говорите, адвокат? Как состояние нашей семьи могло стать вашим? Я вошел в вашу семью, чтобы отомстить за смерть своих родителей. Мой отец погиб по вине вашего отца, и моя мать страдала по вине вашей матери. Что ты говоришь, Эдуардо? Я твоя жена, и ты обязан уважать меня! Ты и твоя сестра глупые старые девы, которые всегда у меня вызывают смех и презрение! Я такого не вынесу! Ох, как же интересно жить в этом доме, ведь здесь всегда что-то происходит. Ты, Алехандро, ублюдок, результат проклятой связи между моим отцом и твоей матерью. Я тебя ненавижу. Ты мне заплатишь. Так тебе и надо, Рассана. Кем ты себя возомнила? Я уничтожил твою семью. Вот тебе, подонок. А! Ты мне дорого заплатишь за все, что причинил моей семье. Я хочу сойти с ума! Наконец-то, Эдуардо, состояние Деля Вега в твоих руках. Я до сих пор не могу забыть лицо Рассаны. Теперь мы заживем в богатстве и роскоши. Ты ошибаешься, Элиана. Я использовал тебя лишь для того, чтобы заставить Алехандро страдать. Но теперь, когда я отомстил семье Деля Вега, ты мне больше не нужна. Нет! Как ты мог так со мной поступить, Эдуардо? Ты проклятый мерзавец! Я обещаю, ты заплатишь мне за это, проклятый! Дорого заплатишь! Дом семьи Деля Вега у телефона Фермина. Самая роскошная сирена во всем Майами. Здравствуйте, это звонит доктор Гомес. Могу ли я поговорить с кем-то из семьи Деля Вега? Ох, к сожалению, дома никого нет. Ни пирожного на ножках сеньора Алехандро, ни вернувшейся с того света сеньора Илианы и ни бывшей старой девы сеньоры Рассаны. Я звоню сообщить, что сеньорита Росаура сбежала из психиатрической больницы. Да-да, доктор, я обязательно все передам хозяевам. Этого не может быть! Ну что же теперь будет? Асуль! 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 Но кто же зовет меня? Здесь кто-то есть? Это ты меня зовешь, папа? Ты моя дочь, Асуль, и я заберу тебя с собой! Ах, какой кошмар! Что это? Прошу, помогите мне, помогите! Я заберу тебя с собой, Асуль!
Это ты? Нет, прошу тебя, не надо! Не стреляй! Не стреляй! Авторы сценария Аюр и Хуан де Диос. Спасибо вам за то, что вы смотрите аниме-новеллу.